Здравствуйте, друзья! Приветствуем на вас! Смонтируй своего друга и Путина, и Бэтмена! С нами Андрей Клауд. Тут нельзя сальто делать, очень опасно будет. Привет, ребята! Вы хоть сказали бы кому-нибудь что-то? Еще один Бэтмен! О, ноу! А почему еще один? А у нас же два Бэтмена. Ребят, хоть поприветствуйте кого-нибудь, а? Мы спланировали, не знаю. Невежливые ребята! Всем привет! Я помахал. Помахал. Ребята, всем привет, у нас новое с препятствием, полюшторм, тут, короче, полная жесть. В эфире трехкратный чемпион в наших соревнованиях. О, просто... Брюс Ли. Сдуло Брюс Ли? Сдуло. Охренеть, слушай. Удуло Брюс Ли было. Школяки. Сдуло, нафиг. А почему Бэтмен желтый у тебя? Он упал! Где это клайшер? Что ты делаешь? Оп! Генаро в Джерды. Сейчас, наверное, справа появляться или всем слева. Не, там рандом стоит. Но тут рандом сделан бабушкой налево написан. Команда супергероев. Винта Бэггинс. Я, кстати, начал смотреть сериал «Фарго». Очень классный, мне понравился. Ну, давно пора. Давно уже, да, закончил. Спрашивай меня, я тебе еще подскажу. Хотя я тебе уже подсказал все, что знал. ССС. ССС. Оу, е. Оу, е. Только не справа. Что-то... Пускай я буду слева. Ребята! Ой. Ой, нажимайся. А ты не можешь зафиксироваться, потому что... Вот, когда... А, это Коля, что ли? Да. А, да, это я. А, блин, я думал, что это... Здравствуйте! Ты не узнал? Это что ли? Я двигаю. Брейн. Брейн? Да. Это Брейн. Это Брейн. Брейн Энд. Смотри, как выглядит Брейн. Он, наверное, так и выглядит, поэтому не показывает свое лицо. Show your faces anymore. Что такое? Пускай сюда. Брейн, давай. Тут, мне кажется, сложнее немножко. Сейчас ставить, когда вот эти штуки видишь, вот эти... Оу, yeah! Оу, yeah! Слева нельзя летит? Оу, yeah! Оу, yeah! Вот так! Ха-ха! Чеки! Вот тебе задачка, Чака. Да вы охренели, такие сложные делать. А просто ветер дует, да, шторм. Сдувает направо, и вообще подтягиваться сложно. Но Чак, ну, я думаю, это не промеха. Не промех. Не промеха. Не промежность ему это. Между промехой и промеха. Так. Чувствую, я тут в этой проиграю, мне что-то. Ну не знаю, у тебя внутренний голос, да? Ну чемпион, трехкратный чемпион. Повис. На одной руке, Будда. Будда. И Диндзён. Где твой Диндзён? Диндзён. Привет! О, Путин краб опять, только ты не в ту сторону, тебе сложно. Ага, да. Кстати, мне тоже, я сейчас с другой стороны начну. Вот. Зато ты сможешь теперь на башне вверху вправо свернуть. Почти. За жопу. Давай, хватай за анус козу. Путин на козанус. Кстати, почти одинаковые Бэтмены. Фотки. Не, фотки вообще один в один мы скачали случайно. По первой попавшейся, он скачал. Такие, о, Бэтмен, злой, да, да, пойдем. Нет, кстати, тут удобнее, чем там. Не сказал бы тут. Да потому что еще башня, всего 7 человеков. Не 20 чем-то, да? Да, не 28. Вот, сейчас я опять спод ветер. Я сейчас справа. Кинг-Конг. Я сейчас справа. И динь-донг. Ты что делаешь, краб? О, я хорошо начал. Насраил. Не, вот тут неудобно, тут очень неудобно. Оп, пошел. Кого? А, это у нас... Пошел. Оп. Ее. Вначале пока так без напряга. Да, мы вообще не волнуемся вначале. Да, почти. Никакого стресса. Тресса. О, да. Хе-хе-хе, у меня башня из брейнов. Башня из брейнов? Да. Да, вон второй уже ползет. Ну, Путин держит небо, так что в фигня абсолютно. Подмышки Чака Норриса выдерживают взрослого мужчину. Порядка двух или трех. Держит КамАЗ, блядь. Ветру. Так, отцепись. Давай. О, как будто сложно. А, блин, что тут? Нет, здесь на самом деле уже не сложно. Вот пока не сложно. До 20 уровня мы можем сносно, спокойно все делать. О, если кто-то случайно не оборвется. Это может момент. Удар поворотом. Брюс Ли. Удар поворотом Брюс Ли. Ой. Все, по-моему, взял. И ну тоже все. Плывет. Шлеп. С
Спайдермен. Не трогай меня! Липучки, не трогай меня! Ой, там липучки эти. Оп. О, да. Еще одна и подмышка Чака Норриса. Пирамида, да. На нем держится мир. Смешно Путина, как тебе не стыдно вообще? Ну... Такие правила! Такие правила! Можешь западлянку построить какой-нибудь. Не строй западлянку ближнему своему! Только не справа, пожалуйста, не хочу справа быть. Да, сейчас он Деху отпустит. Ну, ты... ну ладно, он так скорябится. Вот, нет, все равно не ловушка. Все равно не ловушка. Да нет, тут вот так. Знаете, как... Да, пока ну, еще. Это... Да до ловушки еще как до Питтсбурга на санках. Ух ты! Это кто же? Просто клоун. Это просто клоун. Просто клоун. Не, кстати, очень хорошо получилось. Жанна Казарова. Я не знаю, как она выглядит. Она, это... Клоун бешеный. Так, вообще просто по-черному. Оп. Клоун. Клоун среди таких знаменитостей. Что он тут делает? Никто не знает. Никто не знает. У него банан еще. И она женщина с бананом и прессом. Бананком. Женщина с прессом? Ну, у тебя вон пресс. С Элвисом прессом. Давай, лезь. Оп. Опа. Зади... Давай, оп. Давай. Иди. По-моему, самая шикарная позиция вот эта головой. Оу, ноу. Oh, no. Чё, как? Ой, это... А, это. Вот так вот. Вот таким вот образом. Вот так вот. Вот таким вот образом. А, это опа. Вот он говорит. Да, он говорит. Опа. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Как его зовут? Александр Невский, да. А, Невский, точно. Это мистер вот суперактер всей Руси. И вот таким образом. Вот так вот. И здесь вот так вот быстро мы делаем, что, опа, вот и начинаем снимать свой... Что он наравне с Шварценеггером всяких столов. Да, здесь ему ровня все. А Путин так выглядывает из яиц Вейна. Смотрите, вон внизу. Ой, по ветру как-то, да, вот дергается в сторону. Как пропеллер. Надо потом Space попробовать режим. Space. Не надо. Космос, ты чё? Space интереснее. О, да. А что-то, слушайте, тут какие-то... Ох, ах ты, ах ты. А, я не уверен, собака, я не уверен. Слева нажмет. А, сейчас мы сделаем вот так вот. И вот так вот. Вот так вот? Вот так вот, вот таким вот образом, засада. Засада, вот таким вот образом. А, так это был... Подожди, Невский был, получается, у Антона. Да. Вот лезет. Черт. Я бы так не лез. Я ненавижу Невского, да? Подожди, нога. Он чуть не упал. Опа, это просто... Трибуны замерли. Давай. Я просто путаю пароль клавиш и... И они сами отпускаются, я понял. Оу! Такой нервный смешок. Шоу. Шоу must go on. Надеюсь, нас не забанят из-за копирайтов. Show must go on. Нет, смотри, он дорос. Вот таким вот образом. Че, заблокируешь там вообще все, что ли? Да, попробуем. Так я смогу с вами пролезть, это... можно. А нет, там просто он не поднимет не полоску, если он нельзя будет... Нельзя будет ставить, да. Да-да. Ему нужно будет перелезть сейчас все равно. Жестко, конечно. Чтоб я был вот так. Че же он сделает? Да, привет тебе, ручка. Вот следующий ползет Бильбо Бэггинс. Бильбо Бэггинс. Стащит, не надо. Чемпион всея Руси тоже. Опа. Ну давай, найди свое кольцо. Найди свой выход. Полез за кольцом, короче, ребят. Это башня, как там эта гора называется? Гора... Гора Славы. Это башня со Саурона, блин. Не, башня Саурона, а гора этих гномов-переростков. Как их зовут-то, блин? Хоббитов? Да. Переростки. Не хоббит, ладно. Никто, похоже, не смотрел последнюю часть. Похоже, никто не смотрел. Но я не помню, как называлась гора. Гора Дракон или как, блин? Да, да, да. Какая-то священная Дью, Маунтин Дью. Маунтин Дью, да. И пепси-кола. Это не реклама. Эй, цепляйся, сучка. О, бич! Бихос! Александр Невский. Шторм! Разрывает его волосы. И я думаю, что Белоруссия проигрывает в этой Да, войне. Неужели это падение чемпиона? Падение чемпиона, черт возьми, да. А теперь Санкт-Петербург и суровый Челябинск будут сражаться за... Ой. На одной руке. Сейчас вот подосрет, вот по-любому. Не, он, кстати, не дошел даже до сложного момента. Он просто... Это случайность, это нервы. Тут сейчас, смотри, как-нибудь вот так встанет и скажет все. Давай к башне. А он не скажет сказать все, не сможет сказать все.
Или вот сможет? Так. Вот так вот, вот таким образом. Вот он, это собака, а? Путь чемпиона, вот такой вот. А где я? Исчез. А, нельзя, смотри, там... Нельзя, потому что он не сделал полоску вверх. И наконец-то в четвертой серии... Чемпион повержен. Поврежден. И должен выиграть был Путин. Это... Должен. Я проплачен. Да, мне заплатили. Пропущен. Да. Сколько заплатили? Просто интересно. 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов? Я потом с тобой поделюсь. О, Мари так ездит, прикольно. Да, я так симпатяшка такая. Давай ползи. Ща, погодь. Ну, Серж, отпускай и все. Все, отпусти и падай вниз, да? Как Коля, блядь. Нет, опа. Я, конечно, перестарался, да? Жалко. Перестарался. Ты волновался, уже было понятно. Такое давление, да. Такое давление. Давление. Три раза подряд хватит, я думаю, сколько можно. Вовк любит троица. Да, хватит. Да вы что-то я застрял как-то тупо. Не надо отпускать. Вот так вот, вот так вот. Давай. Жненевский, что ты вот так вот... Вот так, да, ну блин, знаешь... Ну, Д-ку надо цепить. Ну, давай. О, ВС. СС. Давай. Другую букву. Ашка или W, да. Д, А. Отпускай Д. Д, А. А. Е. Спокойно. Все хорошо. Давай дальше. W отпусти. W отпусти. А, отпускай. А. Такие, у тебя все получится. Нет. Да, я... Почему? А почему это произошло? Наверное... Потому что там слева нельзя. Так я и никто и не заканчивал, еще было 5 секунд. Нет. Время закончилось? И выиграл у нас... Ладно, Чак Андрей Норрис победил. Фейлил. Да, Андрей. Чак Норрис, это крушение чемпионов сегодня произошло. Ладно, всем спасибо. Спасибо, что смотрели. Пока! Пока.